Сегодня у нас с вами очень такой приятный вебинар. Мы с вами посмотрим новый каталог номер 17, который стартует в понедельник. Узнаем об акциях, новинках, скидках. Период действия следующего каталога с 26 ноября по 9 декабря. Каталог будет двухнедельный, короткий. Поэтому сейчас изучим все акции, скидки, новинки, чтобы уже к понедельнику быть во всеоружии. Потому что раскачиваться будет нам на шопинг некогда. Итак, поехали. Начнем обзор. Немножко у меня долго грузится. Не знаю причину, вроде все ссылки закрыла, но вот так вот. Итак, компания представляет в новом каталоге новый аромат, который будет называться U Violet. Вообще я думала, что U Violet будет, но все-таки прочитала, что правильно U Violet. Такой очень красивый какой-то космический флакон, 50 мл. И впервые в этом каталоге идет ароматизированная страничка. Я сегодня даже посмотрела видео, отзывы на YouTube насчет этого аромата. Выступала одна из лидеров компании Faberlic. Она была на конференции в Сочи, и им там дарили в подарок этот новый аромат. Вот, и она рассказывала, что вот то, что на страничке, совершенно бумага не передает тот аромат, который вживую из флакона. Но это естественно, конечно. Вот. Лучше, наверное, даже пробник заказать. Сказала она, рассказывала про этот аромат, что он просто шикарный. Он какой-то цветочно-свежий, пряный, в общем, какой-то необыкновенный. Конечно, я понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет, но все-таки говорят многие, что аромат шикарен. Вот. Так что новиночка, она идет со скидкой. И как бы, ну, советую заказать. Вот. Я себе, наверное, обязательно закажу, потому что он, ну, просто мне даже флакон уже нравится. И тем более идет скидка 50%. Далее, что нас ждет еще в каталоге? Также нам за покупки от 999 рублей компания будет дарить 50% скидку на продукцию, на парфюмерно-косметическую продукцию, косметику для дома в первом каталоге 2019 года. Тоже очень приятный момент. Так, идем дальше. И компания радует нас вот такой шикарной новинкой. Это набор для макияжа «Волшебное преображение». Там идут 4 оттенка теней, матовые и перламутровые. Потом идет один оттенок румян, он универсальный, и самый светлый оттенок пудры. Очень красивая упаковочка, какая-то голографическая такая изнутри, я смотрю. И она идет по тоже хорошей цене, 529 рублей. Так что обратите, пожалуйста, на эту новинку тоже свое внимание. Да, палетку я тоже, Юля, хочу. Я вообще смотрела каталог, я все-все хочу. Да, кстати, Люба, поэтому у нас редко и делают ароматизированные странички, потому что они не передают аромат, какой он будет на самом деле вживую. Я считаю, что лучше вообще пробники заказывать и не делать эти странички ароматизированные. Ну, еще раз вот картинка с новой палеткой. Ну и также можно заказать у нас в компании шикарные кисти для макияжа. Есть кисти для всего, для румян, для пудры, для тоналки, для теней, для губ. Я себе брала две кисточки. Одна для пудры, вот самая большая на картинке, и кисточку для теней. Они просто классные, шикарные. Настолько мягкий ворс. У меня дочка до сих пор пользуется кисточкой, которая еще у нее была из старой компании, ну, из другой компании. И я ей дала своей попользоваться. Она сказала, что просто земля и небо. У нас просто шикарные кисти, так что приобретайте вместе с палеткой еще и набор кистей. Делайте себе подарок к Новому году. Так, поехали дальше смотреть.
Ну что сегодня такое? Итак, я посмотрела, пролистала весь каталог. Вы знаете, прямо вот практически на каждой странице идет вот эта, как сказать, ну это акция тоже, бонус за покупки. На любой товар есть, и на бытовую химию, и на декоративную косметику. Вообще очень много, практически на каждой страничке, на средства гигиены. Вот, например, шикарная. Ну, я просто пример здесь привожу. Шикарная такая акция, что помада всего за 159 рублей. Там где-то есть помада будет и за 129 рублей. Но это при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Но все равно же мы сделаем на 299 рублей заказ к Новому-то году. Кто не сделает на такую сумму? А еще можно будет купить помаду, например, за 159. Вообще классно. На подарок. Да и просто себя любимую порадовать. Так что вот, обратите внимание на эту акцию. Еще я хочу сказать для новичков информация, что когда вы выбираете вот товар по этой акции, обязательно обращайте внимание, что его нужно добавлять на втором шаге при оформлении заказа. Тогда он встает по той цене, которая указана вот со скидкой. Вот, например, еще бонус за покупки – это тушь за 169 рублей. Тоже прекрасная цена. Так вот, именно за 169 она будет, когда она добавлена на втором шаге. Если ее добавить на первом шаге, то она будет по полной цене, которая указана в каталоге. Это 269 рублей. У меня девочка-консультант не спросила меня и в прошлом каталоге сделала заказ, сама оформила и оформила все на первом шаге. А заказывала товары все вот по бонусу за покупки. И потом очень удивлялась, почему у нее совершенно другие цены вышли. Так что и новичков своих информируйте, чтобы они обязательно этот момент учитывали. Итак, идем дальше. Очень медленный интернет сегодня, просто, не знаю, черная пятница какая-то. Ой, Юля, молодец, класс, ты все кисти приобрела, здорово. Да, они вообще классные, мягкие, супер кисточки. Потом еще вот дальше смотрим, идет такая акция, это новинки, серия новая роза и фиалка, и есть вторая серия еще, олива и бергамот. И тут, если покупать два продукта из этих двух серий, то они идут по специальной цене, которая указана вот на этих желтых квадратиках. Тоже очень хорошие цены на подарок к Новому году. Просто замечательно будет. Ну, если такой интернет будет, мы сегодня с вами очень долго будем рассматривать 340 страниц каталога. Итак, дальше идем. Новинки из серии «Зима». Мне вообще эта серия очень нравится. Она ведь у нас уже, по-моему, не первый год. В прошлом году, я помню, к Новому году тоже была серия «Зима». Но вот тут ее обновили. Сейчас она называется, так, по-моему, «Морозная клюква», как-то так. Да, «Морозная клюква». Мне очень понравились мыло. Я обязательно себе закажу и на подарки возьму всем такие мыльца. Тут и поросенок, снежинка, и кексик. Ну, классные такие фигурные, интересные. И цена вообще замечательная. Есть набор. Это крем для лица идет, крем для рук и бальзам для губ. Сейчас откроется набор. По-моему, цена 279 рублей. Ну, вообще классная цена. Тоже надо будет на подарки брать. И также всем советую обратить внимание на этот набор. Да, 279 рублей. Очень хорошая цена. Мне очень нравится и прошлая серия «Зима». Она классно увлажняет. Особенно мне нравятся бальзамчики для губ у них. Это вообще супер новинки. Тапочки, носочки, перчатки. Посмотрите, какие милые тапочки. Есть
поросятки, зайчики и Деда Морозы. Вот, такие они какие-то нежные, мягкие. Мне кажется, в них вообще очень-очень будет удобно ходить. А потом мне понравились вот перчатки. И что перчатки и носки можно подобрать в одном стиле. Так. Очень новогодние такие, классные вообще. Все хочу, все понравилось. Так, опять листаем дальше. Носочки вообще новогодние, очень красивые. Так, дальше. Смотрите, какой шикарный плед. Он двусторонний. Он с одной стороны красный, со второй белый с красным. Также можно комплект такой сделать. Подушечки тоже красные и бежевые. И еще расскажу о вот этих наклейках на окна. Но они не только на окна. Я в интернете также на YouTube посмотрела видеообзоры их. Их можно клеить на любые гладкие поверхности. Они идут как 3D. Они объемные. Здорово украсить квартиру к Новому году или дом такими наклейками с детками. Очень даже это интересное занятие. Я вот тоже себе приобрету такие и буду с Мишей украшать наш дом. Мне не очень понравились. Потом, ну, на YouTube посмотрела, они действительно классные. Так, смотрим дальше новиночки. Вообще каталог шикарный, очень мне он понравился. Дальше компания нам опять предлагает, как в прошлом году, в этом году другую гирлянду. Она идет со светодиодными лампочками, такая не крупная, но ее можно очень хорошо и на елочке она будет смотреться, и вот в каких-то композициях, шариками, в каких-нибудь, может быть, вазах, на веточках еловых. Люблю такие гирлянды, можно шарики действительно обмотать, будет красиво. Гирлянда работает от батареек, их там две штучки, и длиной она 3 метра, ну, довольно большая. Есть вторая гирлянда, она длиной идет 5 метров. Да, Наташа, у меня тоже Миша обожает везде клеить всякие наклейки в квартире, особенно под Новый год. Я думаю, это будет вообще замечательно. Так, потом идут это... Ой, забыла, как они называются. Девочки, подскажите, на макушку одеваются. Макушка елочная, правильно. Вот, такие красивые макушки елочные, шары. Мне вот кажется, что приобрести несколько шаров, например, 5 одних, 5 других и 5 там третьих, и вот так вот елку украсить в одном стиле этими шарами будет, наверное, очень классно смотреться. Чего только у нас нет. И гирлянды, и шары, и макушки, и наклейки. Просто супер. Так, а тут пошли уже салфеточки. Тут ближе уже к столу перемещаемся. Салфетки, они идут тканевые и бумажные. Значит, тканевые салфетки идут в наборе по 2 штуки, цена 349 рублей. Бумажные салфетки идут в наборе 20 штук, цена 99 рублей. И вот еще бумажные салфетки, которые по 119 рублей, у них особая технология, они очень-очень плотные, и они заявлены в каталоге как альтернатива тканевым салфеткам. Вообще все очень красивые, такой рисунок замечательный. Так, и переходим дальше. Какой же Новый год без свечей? Есть большие свечи по 349 рублей, они просто восковые, но просто очень красивые. Потом свечи с подсвечниками. Подсвечник идет, это стекло. И идет еще наборчик свечей за 99 рублей. Там 6 штучек, и когда они горят, они наполняют дом ароматом мандарина. Вот эти свечки я обязательно себе закажу, потому что обожаю запах мандарин. Пускай пахнет и свечи пускай пахнут, и живые мандарины пускай тоже пахнут. Обожаем Новый год, запах мандарин. Вот, свечки, кстати, маленькие, которые за 99, горят до 3 часов. Ну, это довольно долго для таких маленьких. Так что тоже обратите на них внимание, предложите своим клиентам, например.
Так, что у нас дальше? Дальше у нас пошла посуда. Посуда прямо вот как сказать, в одном стиле с салфетками, с бумажными этими полотенцами, с тканевыми салфеточками. И скатерть. Мне очень понравилась скатерть. Там 35% хлопка. Она большая, она идет размером 200 на 135 сантиметров. Тут у нас есть тарелочки, салатники, большие блюда. Вообще все хочется. Я бы вот весь стол накрыла в этом одном стиле. Дайте мне миллион, я закажу все в Фаберлике. И накрою, и украшу, и елку наряжу. Смотрим дальше. Ну, с какой сегодня интернет? Так, а дальше идут баночки для сыпучих продуктов. Баночки большие, маленькие, чайники, чашки, сахарницы. И также все это прослеживается стиль. Это природа, птички, и красное с белым. Здорово, что у нас столько посуды. Еще у нас есть форма для выпечки. Вот эта елочка зеленая. Ну, видимо, можно кекс выпечь или еще что-то. Вот, и что хочу, особенно на что хочу обратить внимание, это новинка, это печенье в коробке, печенье с предсказаниями. Цена такой коробочки на втором шаге, когда добавляем заказ, будет 299 рублей всего. Я сегодня также на YouTube нашла видео про это печенье. Его там, кстати, не очень много. Каждая печенька упакована в такой пакетик целлофановый прозрачный. И в каждой печеньке лежит такая, ну, картоночка, плотная бумажка с каким-то предсказанием. Это здорово, например, кто-то с друзьями там где-то, ну, соберется и вот подарить кому-то такую коробочку, и все открывают и читают предсказания. Ну, мне кажется, это здорово. Интересная такая задумка у компании. Думаю, что будет пользоваться спросом. Да, сегодня тоже готовилась к вебинару, смотрела каталог, прямо настроение уже вот хочется, хочется новогоднее. Еще на улице такая погода, снег, мороз. У нас почти минус 20 даже. Вот, смотрим дальше. Символ 2019 года это будет свинка. И эту игрушку я уже тоже видела в видеоотзывах, живьем. Она такая классная, эта свинка, она такая милая, сделана очень-очень качественно, показывали прямо вот шовчики, все у нее идеальное. Она довольно, ну, такая размером большая, не маленькая игрушечка. Вот, и думаю, деткам подарить такую свинку на Новый год, это, ну, классный такой подарок. Вот, потом есть магнитики, есть подвесочки стеклянные в виде свинки, календарики различные, есть календари большие на стену, календарь на стол треугольный, такой раскладушка. И можно клиентам, например, по 2 рубля всего заказать маленькие календарики, да, ну, как в качестве подарка. Я в прошлом году вкладывала всем в пакетик с заказом вот такие маленькие календарики, ну, очень клиенты были довольны. Ой, Юля, у вас дождь? Ничего себе. У нас такая холодина. Ночью минус 14 обещали. Ну, мне кажется, он больше будет. Очень холодно. У вас обычно холоднее, чем у нас, а у вас сейчас дождь. Ничего себе. Так, что дальше нам предлагает наша любимая компания? Ну, конечно, как снег появляется, все сразу, Наташа, думают о Новом годе, о подарках. Это да. И вот, смотрите, девочки, дальше. Компания еще делает такие наборы в коробках. Ну, например, вот я взяла это тоже для примера. Это крема в очень красивых праздничных таких коробочках. Три крема в основном всегда упаковываются. Крема идут по 15 миллилитров, но, по-моему, есть в каких-то наборах и по 30 миллилитров. Дозировка кремиков. Такие же наборы есть и для мужчин. Очень удобно и как бы выгодно такой набор купить. Ну, например, вот Oxyology всего 499 рублей набор, но в такой красивой коробке, я думаю, это будет прекрасный подарок на Новый год родным, близким, друзьям.
для клиентов можно тоже, ну, такие подарки сделать. И вот дальше сейчас откроется еще такой очень красивый набор. Мне он очень понравился. Обязательно надо успеть его заказать. Мне кажется, он как горячие пирожки разойдется. Потому что у него цена просто сказочная. Вот, посмотрите. Набор в подарочной упаковке 169 рублей. Это крем для рук питания и смягчения, крем для рук надежная защита и бальзам для рук интенсивное восстановление. Кстати, они идут не по 15, а по 30 миллилитров. Мне кажется, это вообще надо в первые часы наступающего каталога заказывать, потому что разберут точно. 169 рублей. Где такое вообще найти? Коробка какая? Классная, вообще оригинальное оформление. Мне очень понравилось. Вот. Себе уже заметочку сделала, что я беру и не один, наверное, набор. Да, такая скорость. Вот, еще тоже прекрасный набор в подарок. 499 рублей его цена. Это три туалетных водички. У них, так, они, по-моему, идут по 7 миллилитров. Но они, посмотрите, как классно тоже упакованы. Коробочка обалденная. Тоже шикарный подарок. Вот я думаю, что пойди в какую-нибудь Стрекозу там или в Практическую магию. Ну, просто нет такого оригинального, даже такой оригинальной упаковки нету. У нас все гораздо круче. Девочки, простите меня за такой интернет, но это даже не я не виновата. Это вот что-то у нас сегодня с интернетом. И вот просто так же для примера, потому что таких наборов очень-очень много в каталоге. Это набор, например, туалетная водичка и такой же ароматизированный, парфюмированный, как сказать, гель для душа. Набором гораздо выгоднее покупать, потому что если водичка 329 плюс гель 149, а набором получается всего 249. И таких наборчиков с туалетными водами для мужчин, для женщин очень-очень много в каталоге. Практически везде, где идут ароматы, есть такой набор. Так что обращайте внимание, что набором покупать гораздо выгоднее. Да, Юль, я листаю, у меня вообще вот прямо следующую картинку не дождешься. Крутит и крутит и крутит. Ну ничего, терпение, терпение. Вот также не смогла пройти мимо этой шикарной скидки, минус 50% на роскошную помаду Рената. Помада действительно шикарная, люксовская серия, и она, одна упаковка чего стоит, посмотрите, как она дорого, классно смотрится. Сама помада по качеству тоже очень хорошая, на нее очень хорошие отзывы идут, и она пойдет в следующем каталоге всего за 329 рублей. Ну и, конечно, не забываем про хэштег. Ой, хэштег, девочки, простите, задумалась про кэшбэк. Что с каждой покупки вам компания возвращает от 15% кэшбэка. Это очень выгодно. Да, Люба, как ты вчера на терраске? Еще одна новиночка в каталоге 17. Это антивозрастной тональный крем. Он пойдет со скидкой 45%. Процентов, и на него цена в каталоге будет, по-моему, 400 с чем-то рублей. Я вот не запомнила, но помню, что 400 с чем-то, 400 с копейками. 499 рублей будет цена на эту новинку. Вообще, я заметила, что все новинки, которые появляются у нас в каталоге, они всегда идут с очень хорошей скидкой, будь то тоналка или, например, помада или парфюм. Всегда идет хорошая, очень большая скидка.
Еще одна новинка следующего каталога – это косметичка. Она пойдет трех размеров, вернее, даже они же разные. Вот, большая, средняя и маленькая. Представлены они в черном и в бежевом цвете. Сегодня также случайно совершенно в Инстаграме наткнулась на обзор этой косметички. Цветочки вот эти, они крутятся, вращаются. Лепестки можно сделать по-разному расположить. Внутри косметички... Да, Катя, я об этом расскажу в конце. Внутри этой косметички есть три отделения, сеточка, куда можно поставить свои пузыречки. Они не просто будут там валяться, а будут хорошо стоять. Вот, и она довольно... Я рассказываю про большую самую, которая верхняя, черная. Она такая классная, она глянцевая, очень хорошо, красиво смотрится. Здесь на картинке она не отображает вот той красоты, какая она на самом деле. На видео она гораздо лучше. И она очень вместительная. Поэтому обратите тоже на нее внимание. Я вот прям рекомендую ее приобрести. Наталья Жук делала обзор этой косметички. Сегодня в Инстаграме случайно увидела с утра. Думаю, как раз к моему вебинару информация. Так, ждем дальше. Ну и вот дальше еще я, ну это быстренько сейчас пролистаем. Опять же, бонус за покупки. Просто хотела вам показать, какие классные цены. При покупке также на 299 рублей идут помады, там блески, что-то еще не помню, много-много всего. И вот по такой классной цене 129 рублей помада. Ну вообще прелесть просто. Можно такие шикарные подарки составить, покупая вот все это за бонусы. Ну, по программе бонусы. Да, Люба, она с отделениями, но с отделениями косметичка идет только самая большая, с сеточкой. Там три отделения, отгороженные сеточкой. Вот, какой классный блеск. Я про него прочитала отзывы. Он, по отзывам он очень хороший, оформлен красиво. И на него цена 99 рублей. Вообще шикарно. Так, далее. Далее на ароматы идут хорошие скидки тоже в следующем каталоге. А, например, вот на эти ароматы скидка идет 65%. То есть любая туалетная водичка будет за 399 рублей. Вообще здорово. Да, всем нужно, мне тоже все нужно. Я вообще все хочу, хочу, хочу. Угу. Еще одна новинка следующего каталога – это 3D-филлер для заполнения морщин. К Новому году мы все хотим выглядеть прекрасно, чтобы кожа у нас сияла, чтобы цвет лица был обалденный, морщинок чтобы не было видно. И поэтому перед вечеринкой, например, новогодней, 15 минут, и ты готова. Это такая новиночка классная. Мне кажется, она действительно классная, она работает, потому что у нас уже много было новинок из этой серии. Девочки делились отзывами. Серия называется Beauty Lab. Она действительно работает, и работает прямо вот быстро, как экспресс-помощь. И скидка, опять же, на новинку, посмотрите, минус 40%. Цена 479 рублей. Я вот пользовалась только из этой серии масками. Маски вообще обалденные, мне не очень понравились. Сейчас еще покажу одну новинку из этой же серии Beauty Lab. Это новая маска для лица. Она идет с древесным углем. Сейчас загрузится, покажу вам. Тоже очень хочу ее приобрести и попробовать. Вообще люблю маски нашей компании, мне не очень нравятся.
Вот такая масочка, 379 рублей. Она абсорбирует поверхностное загрязнение с кожи, потом удаляет избыток кожного жира и глубоко очищает поры. Ну, то есть маска детокс. Мне кажется, она сродни тем маскам, которые у нас были такие в пакетах. Черная тоже, и вторая, как она, пузырилась или что? Ну, такой пеной. Ну да, пузырьковая маска, по-моему, она так и называлась. Да, обязательно тоже возьму эту маску. Много-много новинок в этом каталоге, очень много скидок. Прям вообще каталог пестрит, каждая страничка, что-то все красным выделено. Это вот просто здорово. Потом листайте каталог, подробно все рассматривайте, потому что у меня и так куча слайдов, 340 страниц. Вообще тут невозможно отобразить, это мы с вами просидим до ночи. Пыталась и так все сократить, но просто обо всем хочется рассказать. Моя любимая маска и вообще эта серия моих любимых масок. Я слышала от девчонок у нас в чатах только хорошие отзывы о них. Я брала лифтинг вот с гранатом и масочку алоэ вера с экстрактом алоэ вера. В следующем каталоге эта маска идет всего за 79 рублей по программе бонус за покупки. Они вообще классные. Они, во-первых, очень большие. Во-вторых, они настолько пропитанные и такие влажные, что хватает ее. Ну, честно скажу, мы ее использовали не один раз. А мы это кто? Это я и мой муж. Мы были в Москве, и перед банкетом я себе эту маску лежу, делаю, и, ну, 30 минут прошло, и как бы снимаю. Во-первых, она мне и шею закрывает, еще на волосы, и на весь лоб, и на уши хватает. Вот, ну, думаю, жалко выбросить, она такая влажная, вот прямо как еще как будто новая. И говорю мужу, давай тебе тоже сделаем, тебе там на сцену вызывать будут, награждать будут, будешь там омолодишься, сиять будешь. Он такой, давай. В общем, ему как раз на лицо, он крупный мужчина, вот, ему вот прямо как раз подошла эта маска, вот, пролежал тоже 30 минут. Девочки, я не скажу, что у него сгладились все морщины, и он там омолодился на лет на 10. Нет, просто лицо стало, вот, приобрело другой оттенок. Вот, честное слово, он у меня практически не пользуется никакой там косметикой, кроме парфюмерии. Вот, лицо мужчины вообще редко увлажняет, маски тем более не делают, но тут вот прям эффект был на лицо. Кожа, ну, сияла, я бы сказала так. Так что обратите внимание также перед Новым годом на эти масочки, прямо перед банкетом или каким-то корпоративом сделать такую экспресс-маску, это будет супер. Я взяла, Юль пишет, еще не пробовала. Так. Какая маска конкретно, Люба? Именно вот я брала лифтинг с гранатом. Вот именно это мне очень понравилось. Ну, как бы я еще в связи с возрастом беру, что она идет 40+, я так считаю. Вот, нам как раз она с мужем подходит. Ну, почему бы и другим лифтинг не попробовать? Не знаю, мне кажется, это нормально будет. Я и алоэ брала, и мне тоже очень понравилось. Так. Покажу тоже этот слайд, тоже так для общего обозрения, что вот практически на каждой страничке есть бонус, скидка, любое средство, например, для рук за 69, любое средство для ног за 69. Опять же, бонус за покупки идет и на крема, и на мыло. Любое средство будет за 89. И, например, вот эти мои любимые гели для душа, мы их вообще все перепробовали и как бы по второму, по третьему кругу уже берем. Тут вообще цена 79 рублей. Просто сказка. Новогодняя сказка. Давай, Юль, распаковывай. Ты что? Я вообще не могу, чтобы у меня маска лежала. Я ее обязательно на себя накладываю. Да где же, Катя, дорого? Так все дешево. Ну что такое 65 рублей? Боже мой, за крем 65 рублей. Тем более он идет от производителя напрямую, не лежа ни на каких складах, там никаких наценок нету. Грех не брать. Фаберлик – это просто демократичные цены. Ну и вот опять же шикарная скидка на краски Expert Color.
от Faberlic, это любой оттенок краски или осветитель, всего за 149 рублей. Делаем себя красивыми перед новогодними праздниками. И совсем недорого. У меня вот есть клиентка, которая нашей краской затаривается аж на 3 месяца вперед, когда идет скидка на краску. Вот сейчас я думаю, что она опять закупит по 149 рублей. Она говорит, я нигде таких цен не видела, а краска мне безумно нравится. Причем такая женщина вся деловая, она может себе пойти, позволить пойти в дорогой салон и какими-то шикарными там красками дорогущими краситься. Нет, ей нравится наша, нравятся наши цены, и красится она вот именно ими. Причем она их носит в салон, ее красят нашими красками в салоне. И говорят, что краски вообще супер у нас. Очень мне понравились аксессуары для девочек. Посмотрите, какие классные можно девчонкам сделать подарочки. Или вот подружки маленькие там в садике, в начальной школе могут подарить там на Новый год друг дружке. Резиночки в конфетке, например, вот резиночки и заколочки с бантиком. Здорово. Заколки новые, красивые. Тоже праздничные. Крыла очень хорошие, не растягиваются. Вот, Юль, видишь, уже вот живой отзыв, резинки классные. Потом вот я слышала отзыв об этих наклеечках на уши. Там идет 20 пар для маленьких девочек. Они классные, они так хорошо держатся. Не то, что прилепили, и они отвалились. Нет, они действительно хорошо держатся. Ну, всякие вон резиночки тут, наклеечки на ногти. Здорово. Только почему-то я вот ничего не нашла в этом каталоге для маленьких мальчиков. Хотелось бы, конечно, и их как-то порадовать. Нашла одну штучку, дальше ее покажу для мальчишек. Но в основном тут почему-то все для девчонок в этот раз. Сейчас загрузится. Покажу вам, что еще есть для девочек и что я нашла еще для мальчиков. Вот такая интересная новинка. Волшебная лента называется. Это по типу как ленточный корректор. Только им проводишь, например, ты, ну вот скажем, ребенок оформляет письмо Деду Морозу, пишет, или какой-нибудь блокнотик оформляет подружке там или другу, или открытку родителям, там, бабушке, дедушке. Проводишь этим корректором, и идет такая красивая полоска. Цветная там с фигурками, с сердечками, с крокодильчиками. В общем, есть сердечки, питомцы, крокодилы и кошечки. Вот для детей, думаю, вообще здорово такой вот подарочек сделать им. И, ну, конечно, лучше перед Новым годом, чтобы они потом оформляли другим подарки также красиво. Такая интересная новиночка есть. Ну да, Лю, придется 5 полкаталога купить. А что делать? Все нужно. Мне вообще нравится, никуда ходить не надо. Вот, девочки, самое классное это то, что сидишь дома. Меня раздражает предновогодний шопинг в магазинах. Когда я еще не была в Фаберлик, и я ходила по обычным магазинам, Стрекоза, там Магия, как меня это все раздражало. Эта толпа народу, чихающих этих людей вокруг, толкающихся, всех, все в панике, все потные, все что-то хотят схватить, купить без разбора. Как хорошо дома сидишь, выбираешь, красота. Прочитал отзывы, заказал, потом не понравилось, убрал из заказа, потом еще что-то добавил. Но это же здорово. В спокойной обстановке, за чашечкой чая, вообще класс. Вот, для девчонок новинка. Красивое такое туалетное мыло кошка малина. Оно в виде малинки, да, оно, ну да, я думаю, это малинка. И еще новиночка для девочек, ну я думаю, почему для девочек, наверное, это для всех. Ополаскиватель для полости рта кошка манго. Всего за 149 рублей на возраст 6+. Вот такие новиночки. Я как-то предлагала своему сынуле купить такую мыло или что-то из этой детской девичьей серии, но он ни за что, нет. Это девчачьи, какие малинки, какие кошки.
Дочь увидела новинку, теперь надо. Конечно, Юль, надо, как не надо, обязательно надо купить. Сейчас покажу, что надо мальчику купить. Наконец-то дошли до мальчиков. Вот для мальчика единственное, что есть, это вот такое мыло в виде машинки. Но оно классное. Мне вот понравилось. Своему мальчику куплю такое мыло. И пускай еще в школе ребятам на Новый год подарит. Тоже хороший подарок будет, совсем недорого. Ну да, ему мальчуковое надо, да. Ну вот, мыло есть. Так, переходим к продуктам для здоровья. Появилась новиночка. Это концентрат пищевой. Он идет на разный возраст. 35+, 45+ и 55+. Ну, каждый концентрат, он как бы, ну, свое действие оказывает. На 35+ поддерживает, естественно, молодость, сияние кожи, восстанавливает водный баланс и предупреждает образование целлюлита. Так заявляет производитель. 45+. Поддерживает выработку гиалуроновой кислоты в коже, которая уже после 40 сама плохо вырабатывается, восстанавливает коллагеновые волокна, повышает упругость кожи и замедляет процессы старения в организме. Ну, кстати, всем актуально, 45+, обязательно надо будет взять там, что там идет, брокколи, зеленый чай, виноградные косточки. И 55+, это активизирует процесс регенерации кожи, выравнивает цвет лица и помогает в борьбе с морщинками. Я понимаю, что это все должно быть в комплексе, конечно, это и маски, и крема, и изнутри мы тоже себя поддерживаем и следим за своим здоровьем и красотой. Это идут прессованные таблеточки. Ну и как их пить, сейчас вам не скажу, потому что я, честно говоря, инструкцию подробно не читала. Просто что есть новинка в продуктах для здоровья. Тоже нужно обратить на нее внимание. Сейчас, я думаю, мы с вами перейдем уже к кухне. Потому что что такое Новый год? Это, конечно же, готовка. А готовить хочется что-то вкусненькое, новенькое и в красивой посуде. И вот кокотница. Кстати, не знала никогда такого названия. Честное слово, первый раз слышу. А жульен, оказывается, готовят в кокотницах. Я не знала. Но смотрите, они какие красивые. Желтые и синие. Их даже можно там приготовить жульен и использовать их прямо вот, мне кажется, на стол поставить. Можно, не надо никуда выкладывать. Стильно, красиво. И из нее прямо и кушать. И даже вот рецепт приведен. Жульен с куриной печенью и грибами. Посмотрите, какая классная новиночка. Мне очень понравилось. Тоже хочу себе такую приобрести. Лишь бы все это было в наличии, потому что я думаю, что перед Новым годом ажиотаж на все эти поставки, покупки будет большой. На складах, я думаю, что скорее всего будет быстро все разлетаться, как говорю, как горячие пирожки. Мне очень понравилась вот эта доска, она необычная. Значит, она идет как вот сверху деревянная, снизу у нее резиновые ножки. Она не скользящая. А внутрь в нее вставляются еще 4 доски, они идут пластиковые, и на каждой есть значок, для чего предназначена данная доска. Ну и чтобы вы не перепутали, и у каждой доски было свое предназначение. Это для овощей, для птицы, для рыбы и для мяса. И везде есть пометочка. И все это вовнутрь можно вложить, компактно хранить. Очень классная новинка, красивая, ну и подарок хороший. Ну, правда, скажу честно, цена тоже хорошая. Но я думаю, что с нее кэшбэк будет приличный. Там цена за 2000 идет. Классная, Катя, штука. Ну, думаю, можно подарить все-таки. Например, маме бы я такую подарила. Вот, еще мне понравилось две новиночки в следующем каталоге. Это вспениватель для молока. Ну, по-моему, он уже был в текущих каталогах предыдущих. Его можно использовать для взбития сливок, для омлета, очень актуально к Новому году, для взбития крема для торта.
Цена, кстати, очень хорошая, 349 рублей. И формочка для печенья. Такой красивый кубик, он пластиковый, и можно вырезать красивые формы печеньки к празднику, тоже очень актуально. О, вообще классно. Порядка 500 рублей кэшбэк, это же здорово. Да, Люба, согласна, очень компактный такой кубик. Не надо раскладывать кучу этих формочек разных раз, с одной стороны, с другой повертел его, все печеньки вырезал и вымыл, убрал, компактно хранится, очень здорово. Так, еще одна новиночка следующего каталога. Это кружки стеклянные, они идут набором по две штуки. Они подходят как для холодных, так и для горячих напитков. Объем у них идет 200 мл, красивые. Кофе латте, кофе просто, или сок налить. Хотя, конечно, на них написано кофе. Наверное, все-таки лучше для кофе и кофе латте. Мне кажется, так будет правильнее. Вот, ну, кружечки красивые, симпатичные, мне понравились тоже очень. Так, дальше. Очень много скидок идет на серию Дом Фаберлик. Все мы будем наводить с вами чистоту в доме к Новому году, к праздникам. И в помощь нам вот такие средства, как, например, ну, скажем, водный спрей для разглаживания белья, он вообще идет, это новинка, и опять же идет новинка со скидкой 50%. То есть мы вместо 200 рублей за нее платим всего 99 рублей. А любые влажные салфетки для уборки в доме, для протирания зеркальных поверхностей компьютера, мебели, также идут за 99 рублей в следующем каталоге, это вообще сказочная цена. Очень классный водный спрей антистатик для различных изделий текстильных. И по программе бонус за покупки он идет всего за 59 рублей. Вообще копейки. И мое любимое средство, если его брать два, то оно идет за 79 рублей. Это антибактериальное средство, которое я вообще в доме у себя использую везде. Можно его брызгать в обувь, можно просто распылять в воздухе, если, например, к вам приходило много народу, ну или боитесь там заболеть, заразиться, или где-то вы были в каком-то помещении, или находитесь в помещении, где, возможно, повышенное содержание микробов, то можно просто распылять в воздух. Вот такие вот приятности от компании, такие шоковые цены. Также обращаем на них внимание и рассказываем, заказываем, рассказываем новичкам, показываем, что у нас есть в следующем каталоге очень-очень классные скидки. Так, грузится дальше. По-моему, дальше мы... А, нет, сейчас еще один бонус расскажу. Классный тоже от компании. Смотрите, если вы что... Вы автолюбитель, покупая... Или можно подарить автолюбителю, например. Делайте, значит, в следующем каталоге две... Покупайте два средства любых для, например, чистки салона или, ну, что-то связанное с автомобилем. Вам в подарок от компании за 1 рубль любой ароматизатор, освежитель воздуха в вашу машину. Тоже здорово. Так, переходим дальше. А дальше переходим мы уже к одежде. Там тоже очень много скидок, новинок. Шикарная будет новая коллекция одежды к Новому году. Такие красивые вечерние платья, они мне очень понравились. Сейчас тоже вам их покажу. Домашняя одежда. Не знаю, будет ли она в наличии на складах. Может быть, прямо вообще все сразу разберут. Смотрите, какие классные шортики и топы. И очень мне понравились тапочки. Я знаю, что тапочки не дарят. Ну, себе, например, можно купить. Цена 399 рублей. Подобрать комплект, например, топ-шорты и тапки. Вот. Можно и на подарок, но почему-то бытует такое мнение, что тапки не дарят. Вот. Еще обратите внимание на новинку.
Классные колготки, они, так, они, по-моему, 150 ден из хлопка с компрессионным эффектом, цвет черный, 599 рублей. Но это колготки действительно классные. Я прочитала про них, как сказать, аннотацию к ним, чтобы ваши ножки не уставали, отдыхали, никакого, чтобы не было варикозного расширения вен, заболеваний там сосудов и все такое, нужно носить такие колготки с компрессионным эффектом. Они очень полезны для здоровья ваших ножек, чтобы ножки были красивыми. Так что обратите внимание тоже на эту новиночку. Так, и сейчас перейдем уже к одежде. Новинка следующего каталога – носки из шерсти. Во-первых, цветовая гамма очень разнообразная. Потом идут два как бы размера 36-38 и 39-41. Цена всего 229 рублей. И здорово, что они практически полностью шерстяные. 70% в составе – это шерсть. 25 – полиэстер и 5 – эластан. Ну, такие носочки, то можно на подарок, а можно себе. Мы все будем зимой ходить на лыжах, кататься на коньках, просто активно гулять с детьми и в лесу, там где-то в парке, не знаю, на природу выезжать. Каникулы длинные впереди, зимние. Поэтому такие носочки всегда будут в тему. Вот, тоже хочу себе такие заказать. Тем более я мерзляка, поэтому носки, варежки, утепляемся, утепляемся. И вот смотрите, девочки, в следующем каталоге будет распродажа скидки до 60%. Смотрите, какие красивые платья. Кстати, к Новому году очень шикарные наряды. Шубка, мне вот это очень нравится, накидка, шубка. Потом брючный костюм. И внизу синяя пышная юбка. Вообще вот, не знаю, мне кажется, думаю, что я ее, наверное, закажу. Очень она мне нравится. Какой-то надо создать комплект с этой юбкой. Цены тем более. Юбка 1499 рублей. Красота. Вот такие скидки будут. Скидки также будут на мужскую одежду и на детскую. Я просто для примера привела вот женская одежда со скидками. Юбка мне очень нравится. Это вообще классная. Меня тоже скоро из дома выгонят. А вот дальше будет, да, Катя, зеленое платье. Я тоже на него прямо вот запала, оно такое красивое. И мне порцию таблеток от жадности. Посмотрите, какое шикарное зеленое платье вообще. Просто какое-то фантастическое оно. Оно какое-то, не знаю, что за ткань. Кружевное, но мне кажется, оно с подкладом. И вообще мне понравилось. Вот сюда загрузила то, что именно мне понравилось. Мне понравилось красное платье, синее и черное. И здорово, что у нас можно сразу подобрать к платью комплект аксессуаров. Смотрите, к зеленому платью кулон, браслет, сережки, кольцо, туфли и клатч. И все в одном стиле будет выдержано, и также и к красному, и к синему, и к черному. Вообще здорово, не надо нигде бегать по магазинам и там выискивать эти аксессуары, платье в одном, аксессуар в другом. Вообще здорово. Гипюр это, да? Да, наверное, это гипюр. Очень красивое. Берем все, устраиваем показ мод. Да, давайте устроим. Мы же все такие красотки будем в такой красивой одежде. Сейчас еще покажу вам классную новинку. Я сегодня опять же на YouTube нашла, посмотрела и вообще была приятно удивлена вот этой новиночкой. Сейчас откроется. Смотрите, какие классные брелки и подвески. Вернее, это не подвески, это кулоны. Смотрела я видео именно про кулоны. Они вообще шикарные. Как-то я даже пролистала, не обратила внимания сначала в каталоге на них, а потом
посмотрела видео, значит, упакован такой кулон в красивую черную коробку. Внутри бархатная такая подстилочка, ткань, лежит кулончик, цепочка заправлена вовнутрь, а цепочка длинная, регулируется по длине. И кулон довольно большой и очень красивый. И коробочка смотрится вот прямо вот стильно, дорого. Вообще это будет шикарный подарок, на Новый год. И такие же брелочки. Но, по-моему, брелочки не в коробочках, а просто на бархатной подстилочке в пакете. Но точно не могу сказать. Но кулоны на цепочке меня прямо поразили, и мне они очень понравились. Так что обратите на них тоже внимание. Так, и дальше. Дальше. Куда нам сложить все эти подарки, которые мы будем дарить на Новый год нашим родным, близким, друзьям, знакомым? Это пакеты, которых в компании достаточно много. Их, кстати, можно выбрать по-моему, на втором тоже шаге оформления заказа. Там, в конце идет упаковка, если я не ошибаюсь. И пакеты очень, там много-много разных пакетов, они разные по размеру, S, M и, по-моему, L есть. Не помню точно. Вот эти пакетики, это новинки. Мне очень понравился пакет с красным бантом и голубой с красным рисунком. А справа, который вот такой нейтральный, фаберликом. Ну, тоже он и для мужчины, для женщины, вообще для кого угодно, и на любой праздник подойдет. В общем, обратите внимание, что у нас также можно заказать и пакеты для подарков, и их большое разнообразие. И я думаю, по-моему, мы подходим к завершению. Мы заканчиваем обзор каталога, который начинается у нас в понедельник. Сейчас будет последний слайд. Сейчас загрузится. Да. Все, это последний слайд. Это акция для новых покупателей. Как всегда, на последней страничке каталога. И это первый шаг стартовой программы. И вот смотрите, девочки, те косметички, которые в каталоге идут, бежевые, черные, они как бы, ну, в серийном будут запуске. А вот эта косметичка идет только в подарок, новичкам за первый шаг стартовой программы. Она, вот в таком каком-то ультракоричневом, да, цвете. Смотрите, тут и цветочки другого цвета, ультраглянцевая косметичка. Только по акции идет. И еще тушь. А, тушь не, неизменный черный. То есть, что нужно сделать, чтобы получить такой набор в подарок? Нужно зарегистрироваться с 26 ноября по 9 декабря в компании, оформить и оплатить заказ от 1499 рублей на 1500 рублей. И уже в следующем каталоге, вместе с заказом получить подарок за 1 рубль. Вот эту косметичку и тушь. Обязательно расскажите об этом своим новичкам. Покажите им этот подарок, что они получат такую красоту. И также одновременно они пройдут первый шаг стартовой программы и смогут дальше проходить стартовую программу и приобретать шикарные наборы по очень классным ценам. На этом у меня все. Наш с вами небольшой шопинг по наступающему предновогоднему, предпраздничному каталогу закончен. Желаю вам много-много покупок, много-много клиентов, удачного, приятного шопинга с новым каталогом. Спасибо, что пришли. И до встречи в чатах. Всем пока-пока.